Я очень переживал, меня не приняли в комсомол. Началась война, и я записался в народное ополчение. Телеканал «Россия» представляет документальный проект «Свидетели». Сергей Васильевич, стыдно, но я пишу равно. Он же не писатель. Я был рад рассказать, о чем никто в литературе не рассказывал. И вот с такой задачей я писал эту награду. «Все грани» Даниила Гранина. Дело писателя как-то осмыслить, рассказать про боль, которая была, которую он пережил. Гроза сомкнулась. Работая над будущим, он живет в будущем. «Иду на грозу». Премьера. Сегодня. В 23:45 на канале «Россия».